Всем привет, Кент на проводе, и прямо сегодня, ребята, я вам покажу все топ-нычки на карте Playground. Ну что ж, поехали. Конечно же, ребята, мы начнем с самой простой нычки, это наш любимый продавец керамбита. Чтобы его найти, мы находим вот это угловое здание и ищем в стене где-то дыру. Йобана, здорово, бандит, как дела? Если я не ошибаюсь, то его зовут Шок. Кто посчитает, сколько у него морщин, тот будет красавчиком. Ладно, ребята, идемте дальше. Нычка номер два. Чтобы найти эту нычку, нам, ребят, необходимо залезть в это здание. То есть тут даже будет сразу две нычки, вторая и третья. Потом мы просто делаем вот так, бежим по прямой и прыгаем. Вот, блин. Так, немножко не повезло. Давайте еще раз повторим. Ну, бывает такое у кента. Так, вот сейчас точно выйдет, вот я прям уверен. Да, ребята, мы нашли еще одну нычку. Идемте обратно. Мы обратно, ребята, залезаем на это здание. И теперь обратно прыгаем. Только, внимание, прыгаем в обратную сторону, то есть сюда. Как же все сложно. Ребята, у меня новый телефон, поэтому я еще до конца не привык до управления, поэтому я могу немножко нубить. Не обижаться. И мы залезли в еще одну нычку. Идемте дальше. Дальше тут есть еще одна прикольная нычка, кстати, на удивление о ней знает очень мало людей. То есть просто, ребята, забегаем в этот ящик и оба-на, мы в нычке. И вот теперь будет моя самая нелюбимая нычка, потому что в нее мне попадать крайне тяжело. Ну что, давайте. Ух ты, вот это красавчик. Дальше делаем вот так. Один раз бьем по этому заборчику. После этого мы перепрыгиваем на противоположную сторону. Вот сюда. Так, опять не повезло. Опять, ребят, ну просто не люблю этот паркур. Дальше делаем вот так. И мы, ребята, в нычке. И у нас остается самая последняя нычка. Кстати, эта нычка будет самая крутая. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайк прямо сейчас. Мы подбегаем сюда. Один раз бьем. Ну, дайте запрыгнуто. Бьем сюда. Немножко отбегаем, забегаем в это здание. Становимся в угол. Бьем сюда, можно ударить несколько раз, чтобы наверняка. И дальше бежим, бежим, бежим и ищем ящики. Вот они, наши ящики. Здорово, здорово, я иду к вам. И оба-на, это наша последняя нычка. Тут знаете, что даже тяжелее не найти нычку, то тяжелее запрыгнуть на эту нычку. Ну что, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, потому что я очень старался, я думаю, что я вам рассказал о всех нычках, если не о всех, то почти о всех. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что именно ваши лайки и подписки меня мотивируют снимать подобные ролики. А с вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока!